300 самых важных английских слов, часть 7. Итак, продолжим. Значит, 91-е слово. The word number 91. Then. Да, не путать со словом затем. Then, да? Then – это краткое «э», а есть then. Значит, then – это чем? Например, I like apples more than oranges. Я люблю яблоки больше, чем апельсины. Then, да, именно чем. Если then кратко, то это затем. Call – звонить или звонок. I will call you later. Я позвоню тебе позже. Или I'll call you later. First. Первый. Например, this is his first mistake. Это его первая ошибка. People – люди, да? Обратите внимание на произношение «и», «people». Никакой «о» не читается не «people», а «people». Люди. Единственное число person, one person, но many people. I saw many people there. Я видел много людей там. May. Возможно. Maybe, да, возможно. Maybe that's right. Maybe not. Возможно, это правильно, возможно, нет. Down, вниз. She went down the road. Она пошла вниз по дороге. Go down, да? Сейчас с глаголом go. Употребляется. Также может говориться о каких-то явлениях, да, росте или падении. Вот мы говорили про цены, да, что цены растут, но они, в принципе, иногда и падают. So the price went down, цена упала. На что, допустим, упала? Ну, конечно, не на продукты. Ну, пример на нефть, да, недавно цена на нефть упала. So the price on oil, цена на нефть went down, упала. Side, сторона. Например, this is just one side of this problem. Это только одна сторона этой проблемы. This is just one side of this problem. Okay, let's go on. Давайте продолжим. Been. Ну, been употребляется с конструкцией обычно have, has. Have been, has been. Это present perfect время. Быть. Например, я был там. I have been there. Она была там. She has been there. Я был там много раз. I have been there many times. Now, сейчас. What are we doing now? Что мы делаем сейчас? Now – это временной указатель времени present continuous. Find. Например, находить. I think I'll find it. Я думаю, я это найду. Any. Какие-либо. Употребляется в вопросах или же в отрицании. Например, have you got any brothers or sisters? У близких бы братья или сестры, или, например, с отрицанием. She didn't make any mistakes. Она не сделала никакие ошибки. New. Новый. This is his new toy. Это его новая игрушка. Work. Работать. She works every day. Она работает каждый день. Part. Часть. This is part one. Это часть первая. It take. Брать. She took his pen. Она взяла его ручку. То есть очень часто проблемы глаголы take, get, give. Значит, take – это брать, get – это получать, give – это давать. Часто не путать это, но, например, еще один пример с глаголом take. I'll take it, don't worry. Okay, thank you. Увидимся в следующей части. Bye.